Ненецкой агропромышленной компании новый руководитель. Им стал Анатолий Чудочин, который 2 года был заместителем директора АПК по производству, а последний год исполняющим обязанности. Теперь он избавился от приставки ИО и был представлен на еженедельной планерке при губернаторе округа. Ненецкая агропромышленная компания – многоотраслевое предприятие, в состав которого входит животноводческий комплекс в поселке Факел, где содержится дойное стадо коров, телевисточное отделение компании, где содержится 380 голов молодняка, а также подразделение оленеводства на 4600 голов, тепличный комбинат «Солнышко», который также является структурным подразделением Ненецкой АПК. За год компания производит 1500 тонн молочной продукции, среднегодовая численность рабочих компаний – 225 человек. На сегодняшний день главная задача предприятия – это выполнение плана кормозаготовительной компании. Сено на сегодняшний день выполнен план 100%, семена 60%. При этой погоде нам осталось готовить 5-6 дней. Я думаю, что это задача стоит.